Добрый день, компания OMZAP. Краткий обзор кузовного ремонта. Значит, Kia Ceed, автомобиль уже на завершающей стадии. Предстоит еще одна полировка задней части. Были выполнены работы по ремонту заднего проема, замены крышки багажника. Осталось нам машину отполировать, помыть, сделать чистку салона, химчистку. И, в принципе, она готова будет к отдаче. Обязательная процедура у нас, да, мы подготавливаем автомобиль перед выдачей к владельцу. Да. Комплексная мойка, чистка всего салона. Потому что при ремонте, как бы ни старались мастера, все равно какая-то грязь, куль попадает везде. Да, волей-неволей все равно залетает. Да. В салон. Ну, а по цвету вот так вот получился окрас. В целом, все очень хорошо. Это у нас Grand Starex, подготовка. Остальных элементов, те, которые мы в прошлый раз показывали по порогам, помнишь? Да. Это вот сейчас где замена порога. Готовятся двери. Готовим. Работы очень много, объемы большие. Да, бампера, капоты и все. Так, Opel Astra вступил в ремонт сегодня на ремонт заднего правого крыла и замену двери задней правой. Был удар в угол, дверь под замену, к сожалению. Ну, даже ее можно будет отремонтировать, но просто нецелесообразно экономически, проще ее с разборки просто, ну, приобрести, как бы, и вот. Ремонтируем крыло, крыло будем вытягивать, потом увидите, не отличите от нового. Порог, ремонт, все это будет, да. Замена двери будет, ремонт порога и заднего правого крыла. Вот, ну, впоследствии все покажем. Так, дальше наши. Дальше не надо ничего, идите отсюда, сверху. Автомобиль, на который упало дерево, вот, стоял у нас не на стоянке, значит, восстановили геометрию каркаса крыши. Будем менять полотно. Нам привезли бэушную крышу. Бэушную крышу привезли. Она вообще, в принципе, идеально в цвет попадает. Мы аккуратно верхний лист отсверлили. И будем его устанавливать, ну, с минимальным количеством сварки. То есть, чтобы впоследствии по минимуму какие-то очаги коррозии возникали. Ждем сейчас стекло лобовое. Вот. Примерим, проверим восстановленную геометрию, что у нас все диагонали все как положено, чтобы не было никаких зазоров увеличенных, там перекосов и так далее. И будем устанавливать верхний лист. Audi готовим уже потихонечку к покраске. Вот, завершающая стадия у нас по задним крыльям. С крыльями очень много возни было. Пришлось оловом заделать сквозные, ну, отверстия, сквозная коррозия была. Ну, сейчас потихонечку все это зашпаклевываем. Будет как новое. Гарантия 5 лет, не меньше. А здесь по объему вообще что получилось в итоге? Приехал он поправить несколько элементов по мелкому, да, а получилось... При вскрытии оказалась сквозная коррозия задних и передних крыльев. Передние крылья ремонтируем, задние крылья ремонтируем. Ну, с последующей... И пороги, соответственно, конечно, тоже будем восстанавливать, приводить чувства. Паша приступил уже к ремонту порогов, да? Да. Потихонечку зачищаем. А там тоже, я думаю, будет сквозная коррозия, потом покажем процесс ремонта. Ну вот, кратенький обзор. Который у нас сейчас находится в ремонте. Напоминаем, что кузовной цех у нас открыт. Мы вас ждем. Звоните, присылайте фотографии на проценку ремонта кузовного. Ждем вас!